Доброе утро, дамы и господа. Кто будет это видео смотреть днем, добрый день. Кто будет вечером смотреть, добрый вечер. А кто ночью, доброй ночи. Я всегда с собой беру Диану Петрову. Я завтракаю с Дианой Петровой. Я смотрю в твои глаза. Я побегу за тобой хоть на край света. И это завтрак. Я люблю утро. Не потому, что я про Диану Петрову. Просто я люблю утро. Но это воскресенье, и обычно я воскресенье не люблю. Тупой день. Но вот утро люблю. В общем, я приготовил себе геркулесовую кашу. Я знаю, что большинство из вас эту еду не любит. Именно геркулесовую кашу есть по утрам. А я вот ее приготовил, самую элементарную геркулесовую кашу, добавил туда масло, сахара. Вот, и буду кушать. Вот купил цветочки за 1 евро. Вот. Напишите в комментариях, как называются эти цветы. Я всегда с собой беру Диану Петрову. Я хоть на край света побегу за тобой. Когда встречу тебя, я подарю тебе, Диана, Мерседес. И мы поедем отдыхать с тобой на какой-то пляж. И ни рифму не попал. Вот еще купил французскую булку, буду есть вместе с французской булкой. Сразу скажу, что булочная мне вредно есть. Блин, мне все-таки часы эти мешают, чтобы сделать этот блок. Так, ладно, так. Я люблю это утро. Вот утро я люблю, а какой-то, вы знаете, вот проснулся утром и такой вот резкий подъем. Творческий такой подъем, творить хочется, называется. Не хочу про грустные вещи говорить, но они есть. Но вот в этом блоге завтрак я не хочу говорить. Я хочу только про такой момент, вот говорить про такой момент. Вот представьте, что вы находитесь в таком месте, и это прекрасный день, а завтра вы умрете. И вам нужно как-то насладиться. Ну, вот как я завтракаю. Вспомните все самые свои прекрасные моменты в своей жизни. Может быть, это было незабываемое свидание с Дианой Петровой. С чудо-женщиной. Я люблю это. Если у меня был бы выбор небольшой в еде, то я готов был бы каждый день есть геркулесовую кашу. Утром, днем и вечером. Это странно звучит, а где же мясо? А представьте, что вы живете неделю без мяса. А когда мясо мужик не ест, он злой становится.
Погода чудесная. Вчера гулял, катался на велосипеде. Просто изумительно чудесная погода. Вот такая вот должна была быть в конце августа. Да, добавить кашу. Потому что я не всю кашу выложил. Ну, я обычно вот с этой вот тарелки ем геркулесовую кашу. У меня уже такое было видео завтрак, где я кушаю геркулесовую кашу. Англичане рекомендуют пить сок по утрам. Так что пейте сок, воду. А, воду, кстати, пейте каждое утро. Это полезно для организма. И это я не придумал, это правда. Пейте воду. А так, человек должен пить 2 литра каждый день. Ну не водки и не пиво, а воды. Вот, здесь вода. Можно жить лучше? Вот задайте себе вопрос. Можно, конечно, жить лучше. Но не так, как я живу. Это уровень маленького человека, потому что когда человек живет лучше, то у него другие обои, то у него другой стол, у него общение даже другое. Он не снимает видео для Ютуба, ему это не нужно. У человека, который лучше живет, понимаете, это более, давайте, более развитые люди. Потому что этим людям хватает внимания. У них нет времени просто для Ютуба. Но они лучше живут других. Вы должны прекрасно понимать, о ком я говорю. К примеру, это может быть бандит. Он ограбил банк, купил себе шикарную квартиру. И живет себе попивающе. Люди идут на работу. Работают, короче. А обалдеет, живет там с телочками. Тратит там миллионы. Это даже может быть чиновник. Ну, это слишком грустно, да, то есть. Почему одни живут хорошо, другие плохо. Ну, на данный момент, сегодня меня жизнь устраивает, потому что, когда я так еще позавтракаю, может, завтра меня не станет, и такого прекрасного момента в жизни не будет больше никогда. Я всегда с собой беру Дианку Петрову, мы с ней кушаем хэдбургер. Я расстроен то, что в Ютубе пропал менеджер видео. Ну то есть, где я хотел редактировать видео. Вот теперь мне надо через Sony Vegas редактировать. А это очень долго. Бред какой-то.
Ну, это онлайн, редактированный, в Ютубе пропало, мне очень нравилось пользоваться этой программой. Ты загрузил, поставил фильтр, ну, освещение, там, где тебе надо, обрезал. Бля, уже не лезет каша, поэтому буду дальше кое-что пить и кушать. Завтрак продолжается. Теперь я пью какао 3 в 1. Я всегда с собой беру Диану Петрову. Я побегу за тобой хоть на край света. Мне нужны твои глаза, Диана, потому что я тебе куплю Мерседес, и мы поедем отдыхать куда-то. Вот завтракаю с этими сырочками. Вот сырочками. Вообще про каждый предмет можно отдельное видео снять. Про кружку, про цветы, про грушу. Кстати, мне тут один коллега по работе дал грушу, и она груша свалилась, видите? Сейчас свалится опять. Ну, я просто для эстетики поставил, чтобы, ну, красота была такая. Утренняя красота, такая незабываемая красота. Ну, вот представьте, то, что я уже повторяю, что вот так, последний день своей жизни завтракается перед смертью. И вас больше нет. Это то, что вы могли сделать в своей последней, ну, в своей жизни, в маленькой жизни, то, что как-то могли насладиться полной грудью. Вот. Время неумолимо идет вперед. Понимаете? Идет вперед. Я люблю это утро. Вообще я люблю утро. А сырок вкусный. Вот эти сырки я съем, и видео закончится. Да, уже дальше не вижу смысла снимать. Все самое вкусное и яркое я уже снял в этом видео. Про завтрак. Вы можете просто насладиться общей картиной всего происходящего. Просто сидите и балдеете. Вы смотрите в упор в одну точку. Да, конечно, я мог это видео не снимать. Но ради старых подписчиков, почему бы не снять такое видео? Порадует глаз. Смотрите, это вот синий цвет, это оранжевый, это фиолетовый, это зеленый. Это наблюдательность такая. И скажут, депрессия сразу пропадет у вас. А может, не пропадет, я не знаю. Конечно, можно смотреть, и депрессия не пропадет. Может, пропадет.
Вот я снял последний сырок, и на этом видео заканчивается. Но нет, подождите. Я всегда с собой беру Диану Петрову. Диану Петрову.